синем углу ринга находится представитель города Челябинск. Ему 25 лет. Его рост 176 сантиметров, его вес 70 килограммов. Он является чемпионом Уральского федерального округа по ушу-саньда, а также чемпионом Уральского федерального округа по всестилевому карате. И имеет профессиональный рекорд. 2 боя, 1 победа и 1 поражение. Под ваши аплодисменты, Денис Сулейман! Противостоять в этом поединке ему будет боец в красном углу ринга. Он представляет клуб смешанных единоборств имени Поддубного, город Красноярск. Ему 26 лет. Его рост 170 сантиметров и вес 70 килограммов. Он является чемпионом Красноярского края по ММА, призером чемпионатов России по джиу-джитсу и грэпплингу, серебряным призером чемпионата Европы по грэпплингу. Это его профессиональный дебют. Из Красноярска Артур Я готов. Итак, 3-й бой турнира противостояния. Ваши громкие аплодисменты, давайте поддержим бойцов. На 2 минуте и 27 секунде первого
раунда. Победу техническим нокаутом одержал боец, представляющий Челябинск, Денис Сулиман. Итак, уважаемые зрители, слово победителю. В первую очередь хочу сказать спасибо организаторам, что пригласили на такой очень хороший турнир. Я к нему долго готовился. Спасибо вам. Спасибо зрителям. Пришли очень много народу. Пришли посмотреть. Спасибо вам. Ну и хочу сказать спасибо Артуру Шарыновичу за помощь. Сергею Подкорытову. Своим родным, близким, друзьям. Всем большое спасибо. Без вас бы я с этого не смог сделать. Спасибо тебе, Денис. Еще раз ваши аплодисменты победителю.